более или менее участок дороги ровный. Это вообще улица Победы, вот скажем так, она вообще одна из самых новых. Да. То есть дорогу они здесь капиталили года два назад. Первый разъезд за счет своей так крутости, скажем так, точнее дорога на него, а как бы тоже более или менее целая. Очень удручающе выглядит черный снег весенний на обочинах. По-моему, позади нас дорожные службы осуществляли свою работу. Я думаю, может быть, стоит развернуться и взглянуть одним глазком. Давай на посмотрим, то, что они делают. Чем же они занимаются? О! Серов Автодор. Снегоуборочный автомобиль. На базе КАМАЗ, если я не ошибаюсь. Неудобно людям разворачиваться в таких парковках. Все.